девочкой. Зона повышенного отдыха. Вход строго по приглашениям. Дресс-код строго с голой жопой в трусах. Никак по-другому. Загоревое лето в розовом мини, мини-бикини. Танцуй до рассвета среди силуэта мини-бикини. Голожопики! Так, давай плюхаемся бомбочкой, сейчас посмотрим, у кого будет больше вот этих брызгов. Я уверен, то, что у меня, я как бы вешу больше, чем ты, насколько, на 2 килограмма вроде. Давай ты первая, давай! Какие 2 килограмма? Давай прыгай! Давай, лови меня! Весело только в Майнкрафте, потому что здесь карантина нет, а на самом деле вообще не весело, учитывая то, что реально скоро лето, но это нам не мешает веселиться. С этой вот этой горки, с этого трамплина спрыгнули, с этого трамплина... Ты меня перестанешь толкать в этой жизни, нет? Ну можно мне хоть раз над тобой поиздеваться, как ты надо мной все 40 серий? Какие 40? Может 120, а не 40? А, то есть ты признаешь, что ты 120 серий надо мной издеваешься, да? Ну, че, всегда по чуть-чуть в каждой серии. Отпусти трезубец! Ой! Слушай, весело как, а я тебе предлагаю, давай мы позовем сюда еще тогда Крипера Леху. Втроем здесь будем тусоваться с тобой, а? Да не, Леха Крипер убежал куда-то. Давай позовем, я не знаю, доставщика красителей вот из транспортной компании. Кстати, следующего. Да, а слушай, а может тогда наших вот этих детей позовем? Чебурака, Милку позовем, Сашку, Пашку, Наташку, Машку, вот эти всех, они здесь будут плавать в бассейне в кайф просто. Да не, давай какую-нибудь, я не знаю, Жорика злого позовем, я не знаю, кого еще можно. Ну, кстати, можно, дай слово Жорика позвать, я не против. Подожди. Мы злого Жорика в предыдущей серии притащили, оставили его там в лодке, он до сих пор сидит. И чё-то мне кажется, мы про него немного забыли, или нет? Это ты его, что ли, с той серии не отвел? Его апартаменты новые вон в те дальние? Ну тогда давай сделаем так, тогда отменяем вот эту всю бассейническую жопотряску, отменяем вот эти все бомбочки и идем заберем Жорика, злого Жорика, и притащим его тогда вот сюда, пускай он с нами здесь загорает, купается и развлекается. Только главное, чтобы дресс-код соблюдал. Так, забирай шмотки все, давай. Как надеть быстро шмотки на себя? Правую кнопку. Все, готово. Все, ты больше не голая задница, пошли. А я-то думала, ты в прошлой серии его отвел, накормил, там, новые шмотки ему, да вот и забыл про него, так, забыл. Потому что мы в предыдущей серии вообще чем-то другим занимались. Что мы делали в предыдущей серии? Что там строили опять? А так мы пляж делали, но мы забыли про злого Жорика. Он до сих пор охраняет вот этот золотой стральник. Вот здесь сидит, спокойно, мирно. Жора, ну как ты здесь? На картошку покушай хотя бы. Он, наверное, обиделся. Ну, Жорик, ну не будь ты таким, ну забыли мы про тебя всего лишь на одну серию, Жора! С нами не разговаривать больше. Он молчит, он просто молчит. Так, ладно. Жорочка, ну забыли мы про тебя, ну чё ты так обижаешься? Ладно, Кать, давай тогда, ты охраняй нас, я Жорика сейчас повезу в твой заброшенный дом, вот этот розовый, который ты построила, и вот там его оставлю, хорошо? Так, а может быть с нами пусть тусит в бассейне? Ну, что мы сейчас будем тусовку всю закрывать из-за Жорика? А как я его сейчас затащу там в наш бассейн? Он туда не пролезет даже, он не пойдет, он тем более он на нас обиделся как бы. Ну, мы можем попробовать выпустить его, вдруг ему понравится, ну, он пойдет с нами. Тоже верно. Кать, расчищай мне путь, потому что я здесь не пролезу. Шесть. Давай, быстро. Иду. Вот там спереди, давай, расчищай. Да подождите! Лопатой. Вот так, дальше, вот туда иди, вот туда, расчищай. Да не бейте меня. Вот, молодец, Жорочка, сейчас мы тебя дотащим, отойди, Катя, отойди уже. Я сейчас закопаю вам тут все, и вы не пройдете вообще. Вот сюда, вот здесь припаркуемся, так, к большому сожалению, я тебя, Жора, дальше потащить не могу, давай я тогда тебя выпущу вот здесь, наверх туда, пошли, Жорочка, пойдем, давай. Толкай его, давай, Жора, давай, за мной. Жора. Давай, у нас там тусовка, пляжи. Давай, Жора, может больше злым не будешь, если сейчас немножко жопу позагораешь себе. Вот туда, вот в ту сторону, давай. Вот, а где всего на лодке дальше можно покатить уже. Кстати, хорошая идея. Тащи Жора, лодку. Давай. Вот тебе и загорелое лето в розовом мини. Мини-бикини. Так, Жорочка, дальше мы опять не можем проехать, поэтому сейчас финальный рывок.
Давай, Жора, туда внутрь. Давай. Толкай его в бассейн, Кать. Какой бассейн? Такой ему надо раздеться. Я сомневаюсь, что Жора когда-нибудь разденется. Он всегда вот так будет ходить. Толкай его в бассейн. Да пусть Жора сам выберет, что ему делать. Он свободный человек, он личность. Ладно, Жора, если ты тогда личность, тогда подожди, я эту личность затащу в нашу корзину для фруктов, для овощей, для бутербродов. Пускай он здесь сидит и пускай здесь он охраняет наши тортики. Давай, Жора. Жора, овощи. Жора, ну не оборачивайся, ну не отворачивайся ты от нас, ну чё ты обиделся, ну посмотри ты на меня. Кать, скажи ему что-то. Жор, ну не будь ты таким злым. Ну куда ты смотришь, Жора, там ничего нет, там стена. Жор, хочешь нашу курочку скушаем? Мы не против. Слушай, у меня к тебе есть челлендж, ты готов его принять, готов? Давай, какой челлендж, давай. Полоса паркура. Короче, повторяй за мной. Давай, бежим сюда, на песок, хоп, сюда. Потом прыгаем на люк, потом перепрыгиваем на второй люк, сюда, здесь открываем люк, здесь. Потом на крышу, возвращаемся в другую сторону, потом на грибочек вот на этот, и все. Сможешь повторить, а? Ёх, когда ты в этой жизни паркурщицей-то успела стать, а? А вот пока ты вот это вот все строил, я тренировалась. Так, да-да. Ладно, хорошо, паркур челлендж у Екатерины Жопика. Так, как ты говорила, вот сюда, да, потом вот сюда, потом на люк, с люка перепрыгиваем. А ты люк не открыл. Да, люк уже был открытый, потом еще в воду 390 вот так прыгнул. Кать, да я намного быстрее прохожу, чем ты. Ой, ну и все тогда, ну и ладно. А я зато придумала это. На самом деле, у меня к тебе еще одна просьба есть. Еще один паркур? Ну давай еще один тогда вокруг вот бассейна. Нет, сейчас ты точно не отделаешься уже, поэтому снимай свои манатки, снимай трусики свои плавательные, и мы идем строить дом для попугаев. И никаких отговорок, никаких! А я там злому Жорику обещал, я ему экскурсию должен провести по нашему городу, он же здесь вообще ничего не знает, поэтому давай, Жорик, поехали, я тебе сейчас покажу, как мы здесь обустроены, Кать, отойди, пожалуйста. Отойди. Нет, ты обещал, ну сколько можно? Ну сколько серий уже прошло, попугай до сих пор без дома, ну. Так, ладно, все, хорошо, кстати, подожди, мы же с тобой забыли про Мастера и Маргариту, пошли тогда притащим Мастера и Маргариту, они до сих пор в деревне тусуются там с жителями, Кать, как мы про своих детей забыли, пошли давай притащим. А я тебе говорила, что мы про них забудем, да, мы можем всё. Туда даже не возвращаться. Пошли, давай быстренько их притащим. Нет, стой! Посмотри на этих бедных попугаев. Они единственные без дома. Им холодно ночью, им страшно. Они просто стоят на земле. Тебе не жалко своих детей? Я не могу понять. Ты чё разрыдалась? Ну, пельмень, Рома, там Василисий. Ну, ты видишь, чтобы им тут плохо было? Они здесь сидят, отдыхают просто. Кать, им тут зашибеньки просто, зашибубенчики. Ну, тогда ты с этого дня тоже живешь вот здесь, вот на траве с попугаями, хорошо? Ну ладно, уговорила, хорошо, давай тогда построим дом. Ну, я тогда за ресурсами, а ты здесь выбирай место, где им построить этот дом, хорошо? Надо отмучиться с этими странными попугаями, чтобы больше Катя к ним никогда не возвращалась. Ты там стой, охраняй их, я сейчас приду! Ага. Так, а может быть вот здесь вот построить домик за огнем? Прямо вот здесь в ряд так, а? Хотя нет, они себе крылышки подпалят, нафиг надо. Так, а может быть тогда вот здесь, вот возле Чебурака? Они будут, блин, здесь тоже нас заколябывать, постоянно взрываться, что-нибудь говорить, бесит. О, в лошадях можно прям построить дома, тогда мы их точно не будем видеть. Хотя нет, тоже фигня какая-то, я не знаю, где построить дом. Кать, подойди сюда, у меня к тебе есть одно предложение, кстати. Ты про него еще не знаешь, потому что я это все построил на стриме, но вдруг тебе понравится, а? Опять что-то там на стримах строишь, да? Опять, да, на стримах строю. Ну как бы, ну а что, мы зря собираемся на каждом стриме там. Кстати, когда у меня стримы, напомни, то я всегда забываю. Вторник, четверг, суббота в 7 вечера. По Москве, вот именно, и как бы мы там не фигнёй занимаемся каждый раз, мы там высраиваем очень даже полезные вещички. Посмотри, что мы на стриме успели высраить, а? Это что? Что за мемориальные штуки? Это парк будет в будущем, и как раз таки на стриме подписчики в чате мне предложили вот эту идею, то что здесь будут деревья, здесь будут скамейки, здесь будут фонтаны, здесь будут уточки плавать. И так как раз таки возможно в парке мы сделаем домик для попугаев, здесь они нас заколебывать вообще не будут. А Каролина?
Ну, Каролина, Каролина, пускай себе гуляет. Чё, мы против неё, что ли? Мы, походу, ты против. Слушай, отлично, мне нравится. Давай только вот здесь, вот на этой полянке, вот здесь. Вот, нет, там... Ближе к воде, ближе к воде. Нет, там озеро с уточками будет. И вот здесь где-то можно построить. Вот здесь красиво будет. Прям в парке? Прям в парке. И мы будем сидеть здесь на лавочке и слушать их чириканье мерзкое, да? Ну, как бы да, но здесь их не так будет часто слышать, как там возле нашего корабля. Отлично, хорошо. Все, тогда вот здесь вот. Прямо тут. Вот здесь! Здесь, и вот здесь будет находиться наш домик. Так что, Катя, смотри и запоминай, чтобы потом знала, как его еще раз строить, если тебе вдруг, не дай бог, конечно, и понадобится строить дом еще раз для попугаев. А у нас будет общий дом для всех троих попугаев? Ну, конечно, три мужика в одном доме будут жить. Так и должно быть. Отлично, надеюсь, четвертый попугайхи не будет. Мы потом по бабе каждому притащим, поэтому у нас 6 попугаев будет. Ну ладно, это в будущем, это в будущем. Ужас, ужас, нет. No. Домик очень маленький, очень простенький, но очень красивенький. Ставим вот так еловые бревна и очищаем их от кожуры? Кожи или... Коры, точно. На бревнах же кора, не кожура. Полублоки с двух сторон. Ты себе опять новую подружку привела? Да это все та же Каролина, успокойся. Мы посмотреть пришли просто. А чё, а куда ставить, а что делать? Вокруг, вот здесь ставь, вот так вокруг, вот этой всей постройки. Вот так? Нет, снизу, вот сюда. Так? Да, и закрывай, вот так. По кругу, давай. Прошлась. Да не мешай ты, Каролина, уже. А, на землю поставится. Вот, молодец, умничка. А с этой стороны нужно закрывать еловыми люками, вот так, чтобы стенка у нас тоже была из люков. Так. Вся задняя стеночка нашего курятника или попугаеятника, или как он там называется, тоже будет сделана из люка. И вот здесь они, Катя, будут находиться. Я не зря взял вот эти эндер-стержни. Отойди. Они будут вот здесь и вот здесь. Вот. Ты меня запер. Ну выпрыгивай! Крыша у нас будет состоять из горящих материалов. То есть, как обычно, как я... Как это сломать? Вот как я обычно делаю из костерчиков. Только главное их потушить, чтобы они никому задницу случайно не подожгли, так как это только что сделали мне. Тебе там нормально наблюдать или поможешь? Ну, я пойду за попугаями, может, схожу. Ну, давай, быстро тащи Василисия. Пока, Каролина. Ты? Это Каролина плюнула тебе в спину. Не надо! И вот так вокруг всего домика закрываем это тоже еловыми люками. Люками. Вот так. Здравствуйте! Какие люди, точнее, какие попугаи. Так, кстати, ты уже можешь его вот тогда затаскивать внутрь. Да, я сейчас это все закрою еще раз лианами, подожди. Опа, чтобы это красиво было с этой стороны, тоже можно. Все, давай затаскивай. Так, а куда, где он должен сидеть, вот здесь вот внизу? Вот, нет, прям внутри, вот там на стержень его поставь. Ну подпрыгни, вот что-то, да, подпрыгни, пошифти, что-то поделай, чтобы он слез с тебя. Вот, все, давай, вылетай. И запечатаем это быстренько стеклышком, чтобы Василиси отсюда не умотал. Все, тогда пошли за остальными попугаями. Там, кстати, 2 остались твоих, или там еще мой есть? Ну, вроде, а? Ромочка твой, вроде вот этот, а пельмень точно мой. Давай. Пельмень-то да, точно твой. Кать, а ты случайно никакую пиратскую песню не знаешь? Пиратскую? Ну да, у нас вот эти попугаи на плече, еще повязки на глаз не хватает, и мы с тобой вылитые пираты. А ты слышишь, как они говорят, попугаи? Ну да, у него... они за злым как Жориком... Как разбойник! Да, за злым Жориком повторяют. А в парке же пока никого не будет. Они, походу, там вообще молчаливые будут. Вообще разговаривать вот это не будут. Отлично, я этого и добивалась. Так, давай запиндюхивай его. Давай быстро, давай. Опа, вот так. И вылезай быстренько, сади его, чтобы он никуда не улетел. Пельменчик, твоя очередь. Вот так, как бы тебя спустить. Ну давай, вылез.
Вылезай! Вот, вот так, все, молодец. И закрываем вот, чтобы пельмень никуда не улетел. Ты его не посадил. Да пускай он там летает, а вдруг он на стержень залетит, ему там нормально будет. А я своих посадила. Давай, давай, рассади их. Оп. Оп. Стекло, верните стекло, воры, и чуть не вылетел. Я бы уже очень обрадовался, если бы он улетел. Каролина, следи, следи за попугами, твои новые друзья, Каролина. Ну слушай, ну хороший дом получился, мне нравится. Кать, убей вот этого Спайдермен. Да, их надо посидеть, чтобы они к нам не телепортировались. Точно, про это я забыл. Я тебе доверилась, блин, я же вот все правильно сделала. И вот так. Ну все, Каролина, ты тогда охранница в нашем парке. Назначаю тебя главным охранником. Убей фантома, Каролина! Ага, бесполезная Каролина. Ой, все, пойдем уже отдыхать, я устала с этими попугаями. Пошли. Коки, вот этого! И пошли. Ну слушай, я тебе предлагаю ночной забег в бассейн. Еще кто пустит две... Ядреный случай. Кто пустит две бомбочки подряд, у кого будет больше всего брызгов, тот и победитель. Отлично, смотри, там еще у нас Игорек на башне стоит. Видишь? Игорек! Все, больше нет. Погнали. Игорька. Так, все, давай снимай шмоточки, я тоже снимаю, и погнали в басик в ночной. Все, давай! Подожди, только я первый туда соберусь. Нет! Да... Кать, ну ты в предыдущей серии первая была. Да... Я первая пойду. Ебдрить! Каратин! Ну так не, ну мы ж просто прыгнуть хотели, а не зарубасосить друг друга. Так, надо потушиться. Ну, я сейчас отомщу тебе. А, стоп! Да, пусть...